вот эти молодые люди станут равноправными гражданами своей страны. Получение паспорта – это важное событие в жизни каждого подростка. Поздравил юных химчан и вручил документ глава «Химок» Дмитрий Волошин. Мы рассчитываем на то, что вы, юные химчане, останетесь жить и работать в родном и любимом городе. Это для нас очень важно. Можете всегда положиться на нас, мы будем вам помогать. Это первый серьезный шаг во взрослую жизнь. Теперь перед каждым огромная ответственность. Ребятам необходимо достойно нести звание гражданина России. И вместе с этим документом вы получаете очень большую долю личной ответственности за свои личные поступки. Арина Сидоренко готовилась к этому событию. Сделала укладку, подобрала красивый наряд. Признается, переживала, чтобы ветер не испортил прическу до начала церемонии. Девушка рассказывает, эмоции непередаваемые. Глава, это было так для меня неожиданно, но торжественно. В общем, это было круто. Я буду себя считать уже более взрослой. Я думаю, родители тоже будут меня считать более взрослой. Вот. Ну, я думаю, что я теперь смогу, ну, более ответственно относиться к каким-то действиям и все тщательно продумывать. Получение паспорта – волнительное событие не только для подростков, но и для их родителей, которые также присутствовали на торжественной церемонии вручения. Мы сегодня с ней ехали сюда на это мероприятие, и я по дороге по мосту вот этому Химкинскому еду, говорю: «Арина, я же с тобой вот совсем маленькая сюда приезжала за свидетельством о рождении». 9 юношей и девушек получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятные подарки. Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий. Для этого нужно обратиться в МФЦ. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.